Кисловодск тезерешли поезд бірінші юлға келе. Вагондарны санау тәртібі поездна. Поезд номер 134 сообщение. Санкт-Петербург, Казань. Татьяна Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте, родной. Как дорога? Отлично. Так, давайте чемоданчики ваши и пошли. Здравствуйте, вы на канале «Жизнь в Приволжской деревне». Сейчас я встретил тёщу Татьяну Федоровну. Приехала она с Германии, Штутгарта, но... заездом в Санкт-Петербург. Погостили в Санкт-Петербурге, да, Татьяна Федоровна? Погостила, все майские праздники там провела. Да. Здравствуйте всем. Вот. И как, кстати, на поезде? Сегодня приехал на поезде Санкт-Петербург, Казань. Да, в этот раз решилась я на поезде поехать. А в прошлый раз я на самолете прилетела. С кем ехали? В купе? Какой поезд? Женя, меня так поезд очаровал. В купе было только женщина. Оказывается, в каждом купейном вагоне есть женское купе. И у нас было все четыре девушки. Разговаривали без умолку, делились новостями, впечатлениями. Была душевая в вагоне. Угу. Можно было душ принять. Вот. Кормили? Вагоны очень, да, светлые. Теплые, кормили, вечером принесли покушать, да, угу. Горячие. Ну вот, комфортно. В общем, впечатления хорошие, да. От поездки в поезде. Я даже растерялась от такого комфорта, потому что когда-то в молодости, может, лет 20, я и ездила в поездах, но совершенно не то. Не сравнить. В прошлом не году... курить, не пить, кстати, нельзя там. А, да? Да, я боялась, что вдруг я попаду в купе с курящими, пьющими, веселыми мужчинами, но нет, запрещается. Кто не знает, и зритель канала, кто подписан совсем недавно, как Татьяна красота. Федоровна к нам уже прилетала, но это был март месяц в прошлом году, и получается, что мы ездили по ледовой переправе, а сейчас впервые Татьяна Федоровна переправляется на пароме, и впервые она увидит внучку Анастасию Евгеньевну. Сейчас будет встреча. Едем в деревню. Едем в деревню. Сумки попозже сыщем. Так. Все. Дождались меня. Всем привет! Ну что, пока мама гуляет с Настей, у меня дойдут руки до теплиц. Уберу все, что не прижилось и замерзло, и посажу новую рассаду сюда. Освежу стаканчики. Стаканчики у меня здесь были разложены с номерами тех семян, которые мне высылала подписчица. Здесь около 20 сортов. Все их посадила, но выжили не все. И когда я сеяла семена, у меня такие были палочки, вот, я подписывала номера семян, чтобы знать, какие они. Но не на всех палочки хватило, поэтому я подписывала уже на бумажках. И когда рассаду высаживала, ну вот, оставила бумажки в стаканчиках. Это отвечая на вопрос, почему у тебя стаканчики валяются везде. Они не валяются, они лежат. Для кого-то валяются, для меня не лежали. Вот, сейчас я на палочке все перепишу, оставшиеся. И буду знать, что у меня остались за сорта. Вот, а три сорта Женя купил. Катя, ранний и бычье сердце. Вот так, вот. Их я уже подписать не смогу, потому что они просто так вот в таких сетках высажены. Вот, они не подписаны. Вот так вот они выглядят. В общем-то, сейчас будем сажать помидоров наконец-то.
тут вот. Здесь вот надо песка сюда хорошенько трамбануть. Там тоже немножко. И полить надо обязательно сейчас. Вчера я что-то не полил. Это мама встречает. Ленту, да. Маму встречали, тут все застыло без нас. Снимаем только внутреннюю часть сейчас. Эту внешнюю часть не будем снимать, потому что будет еще финишная заливка. Один кустик, смотрю, уже хочет зацвести. Посмотрела, что это номер 10. Там у меня табличка. Это сибирский скороспелый. Природу не обманешь. Скороспелый и самый первый будет зацветать. Также у меня, вот смотрите, как заботливо было все расписано. У меня остались семена, конечно, в следующем году я посажу. 17-й сорт. Так, тут 20-й. 17-й тоже остался в живых, будет расти. Сорт гном. Большой оранжевый. О, круто. Даже высота прописана, какая будет. Я уже ее полил. Ну, это второй лежачий столб. Ну, теперь песок возим сюда. Вот, вот посюда, наверное. Будем трамбовать сейчас. Песок. Там тоже полил маленькую отмостку. Все готово для того, чтобы завозить сюда и равнять все это под уклоном. А я отсюда прям вижу уклон. Прям хороший такой уклон идет. Хорошо, что у меня выжили не, как бы не один сорт, а много разных. Вот это два, например, сорт абаканский розовый и розовый мед. До 3 метра вырастает. Вот я когда сажала, смотрела, чтобы посередине, чтобы было место ему вырасти. В общем, очень много здесь сортов интересных. К сожалению, в этом году полакомиться не получится, но в следующем я очень надеюсь. Вот, например, сосулька черная, оригинальная, масса до 150 грамм, она не выжила. Вот. В следующем году буду очень стараться, чтобы все получилось. Как мало песка я привез. Хожу по огороду в кроссовках. Ездили к массажисту. Поправил он мне спину. Сказал, неделю не носить ничего тяжелее 3-4 килограмм. Так что мама вообще очень вовремя приехала. У меня помидоры были в таких больших стаканах с большой корневой системой. Здесь корневая система поменьше. И я заглубляю сейчас их. Сильно боюсь, но так вот немножечко заглубляю. Что многие кто писали, что так нужно делать. Попробуем. Надеюсь, все будет с ними хорошо. Колышек не хватило, когда делали бортики. Один не справился. Завалился, нужно поправить сейчас. Откопать и исправить.
Вот такая рассада тоже бывает. Остальная вроде ничего. Такой какой-то корень здесь или что такое большое? Или он так... А, это так, смотрите, наверное, семечко росло, выросло, загнулось. Или оно, он так заглублен был, не знаю. А, слушайте, все, я поняла. Значит, он сажал рассаду сначала, и потом он ее заглубил в эти стаканчики вот таким способом. Вот так вот он ее загнул и посадил. Посадил и привез на рынок. А Женя, когда покупала, она вся была такая зелененькая, сейчас немножечко начала подсыхать. Ну, я думаю, в земле отойдет, но вот видите, какой способ, да? То есть она вытянулась вся. Вот реально, видите, да, первый пучок внизу. Вот он. Вытянулась. Потом он ее вот так, хоп, заглубляет. И дальше идет, кстати, достаточно толстый стебель. Ничего себе. Ну, может быть, тоже как вариант. Что, теплица у меня в порядке, просто красота. И глаз радуется, и растениям классно. Поставила пока две емкости, чтобы вода согревалась. Я думаю, что недельки, ну, через недельку-полторы можно уже будет капельный полив подключить, когда уже на улице будет теплее. Здесь пока еще измельчитель живет. Ну, до тех пор, пока гараж не будет готов, потом он туда уедет. А, еще сюда просится мульча. Вроде как травка подросла, может быть, попрошу Женю, когда он освободится, запустить мне газонокосилку, пока у нас мама. Благодаря ей я смогу просто все привести в порядок. Главное потом не запустить. Ну, попробуем, может быть, газон выкосить. Пособираем травы. Мама уже за 2 часа нагулялась. По участку уже сидят рядом со мной. Сейчас пойдем обедать. У Насти будет дневной сон. А потом есть у меня надежда покосить все-таки газон, может быть, получится. Не могу не рассказать, мы сегодня со Светой поржали немножко с утра, взбодрились и настроение поднялось. Дело в том, что я, когда с утра выхожу гулять с собаками на придворовую территорию, за мной выходят коты, как минимум 3 наших кота выходят. Кто знает, в Телеграме фотографии выложили, интересно, как они сидят вот так вот в ряд сопровождения, охрана, и ждут, пока... Я с собаками нагуляюсь. Но гуляю я с собаками утром недолго, 10-15 минут. Они там делают свои дела и уже кормить. Соответственно, и котов кормить. Они для этого выходят, чтобы их покормить. В этот раз утром вышла Татьяна Федоровна погулять, только не на 10-15 минут, а на целый час. И коты не поняли, что за фигня такая. Целый час сидели, ждали, вот там он уже на нашем саду. Ждали, когда Татьяна Федоровна гуляется с собаками. В это время собаки еще гоняют котов. В общем, играют в кошки-мышки. Ну, конечно, смешно было. Но в итоге всех накормили, конечно. Теперь коты будут гулять вместе с собаками целый час, видимо. 2 недели. Все. Тележек, наверное... 20-25, а то и больше. Возил я один, и получилось так, что 3 тележки везу, равняю лопатой. Но это еще не равняю, это просто раскидываю, понять, сколько чего выровнять на глаз пока. Сейчас на обед, потом на почту пришла посылка, которая с Китая шла, я давно уже жду. Распаковка в машине. Китайская. Упаковка очень помята. Ну, видимо, сортировка была не одна.
Так. Ладно, хоть цветом не ошиблись. Я заказывал белый. Пришел белый. Это озон заказ, но пришло на почту. Вот такое крепление. Сюда вешается дополнительный мотор. Вот это вот этот кронштейн выдерживает до 40, по-моему, 9 килограмм. Но мотор у меня весит Suzuki 6 25 килограмм. Достаточно. Будем крепить на лодку, на заднюю, на корму. Заднюю часть слева. И дальше уже повесим дополнительный мотор. Двигатель здесь четырехтактный. Масло не нужно? Масло не надо. Ну, так он почти полный, слушай. Так это и заправлял уже после зимы. Точно, да. Не надо заправлять. Давай я тебе в яблоньки сейчас тебе заведу. Покажу еще раз, как что. Где-то штырек был, чтобы либо сюда собирать. Мне нужно собрать мульчу сейчас. Штырек, вот он. Вот это откидывается, если что, убирается. Наверное, она отсюда вылетает, если что. Если ты хочешь ее не собирать. Точно? А вот это вот, наверное... Сейчас вспоминаю тоже. Вот. Как снять, я уже пробовала. Да? Вот только я не помню, что... Вот она... сюда вот она вылетает и вот сюда летит, вот оттуда. Да, главное, чтобы она летела. Мы в прошлый раз что-то с тобой... Ну, воздух, да. Вот здесь вот был штырь. Ой, не штырь, а здесь заглушка была вот тут. А, ты ее убрал. Она как бы не попадала в нее. А сейчас она надуется вот так вот, и будет понятно, что сюда летит трава. Ну, вот так проверяй, чтобы она полная была, и что потом вытаскиваешь, и все. Слушай, работает он мощно очень, так что без проблем соберет здесь всю траву. Какашки даже видно собачьи появляются под травой. Заводится легко, едет сам. Все. Свету подучил, с газонокосилкой она справится. А мы идем поливать. В этот раз я немножко хитрее. В прошлый раз я поливал с центральной воды, но там напор вообще не было. Сейчас вот насос спасет напором. Быстро прольем. Чего ты, один круг сделала? Да, мне кажется, целый уже. Как снять, так надо понять. Выдерни на вот себя. Так, да. Смотри, целый уже. Вот это да, вот это я понимаю, мульча так мульча, одуванчики. Раз ты пришел, тащи мне в теплицу. А что, тяжелая? Мне же тяжелая, нельзя поднимать. А, да. Пойдем. Ничего ты себе, это... Высыпи. Это за один заход, за один кружочек. Ну, нормально. Ну, тебе направо, налево? Направо. Сюда, да? Пожалуйста. Вот напор так напор. Сейчас быстро. Надо обильно пролить. Не поверхностно, а чтобы прям много было. Три раза я прошелся, этого достаточно. Монолит. Здесь, конечно, есть такие волны, я тут не особо равнял, но маяки все выровнят. Где-то больше чуть-чуть, где-то меньше будет бетона. Ну вот уже и чистота под навесом. 2,5 рулона ушло сюда. Ну и скотч вот
брал серый, армированный. Сейчас тепло, скотч нормально клеится. Понятное дело, что рубероид, но клеится. В общем, можно было, конечно, пленкой обойтись, но я об этом не подумал, купил уже рубероид. Пусть будет рубероид, ладно. Это жирно, конечно, но почему бы и нет, раз он уж и есть. Сейчас буду класть сетку армирующую, но под нее камни не буду пока класть, потому что вдруг надо будет ходить, а еще до залития, ой-ой-ой, потому что вот здесь будем строить баррикаду целую. Как построим здесь опалубку, только потом будем заливать. Поэтому камни пока не подкладываю, могут быть дырки после рубероида. Я думаю, что перед самым залитием подложим камешки и все, и начнем заливать уже. Ну, конечно же, не забываем про маяки. Все здесь грамотно. Вон там света. Уже всю поляну, все под футбольное поле, пойдемте посмотрим, выкосило, можно сказать. Какая красота. Против солнца сейчас иду, правда. Посмотрим. Невероятно красивое поле стало. Ей осталось вот тут вот два раза пройти туда-сюда. Во! Ты молодчина, справилась. Все, что ли? Да. Ты пришел как раз тогда, когда... И ты закончила. Когда ты, да, я закончила. Так редко кто-то звонит в деревню, что я даже это, растерялась. Мама-то здесь. А, круто, круто. Слушай, прям вообще очень красиво стало. Мне немножко не хватает. Можешь в теплицу зайти. И я сейчас вот здесь вот с краю, сейчас газонокосилкой еще пройду. А может электрической? Ну да, но не сегодня. Я просто хочу уже эту теплицу, знаешь, уже как бы закончить, оформить. Ты загляни. Вот мне буквально одной штучки не хватает вот этой емкости. А, вот в это, где пленка? Да, а так вот все, центр готов. Вот, говорю, сейчас немножечко подкашу где-нибудь. Ну, под сливы вон там, да. Да, а так там везде неровности, там уже именно триммером электрическим, но это я уже попозже. Ну, а так скажи как... вообще по ощущениям, по физическим, как? Вот такие ощущения, я наконец-то дорвалась. В прошлом году я не могла, в этом году была Настя, сейчас Настя с бабушкой. Они нормально там? Ну, легко с ней, да, работа? Да, они там... занимаются. Вот так, мы первый раз, получается, за вот уже третий год жизни в деревне собрали мульчу. Потому что ты триммером косил. В прошлом году мы не разобрались, не смогли. Она у нас разлетелась. Первый раз собрали. Вон, загляни, там такой слой. Это вообще очень классно. Просто молодец. Главное, в удовольствие работала. Ну, я так тихонечко. Ладно, пойду посмотрю, что там. Да. Вот в этой теплице помидорной. Так, с двух сторон открывается дверь. Фрамуги открыты. Утром открываю, когда с собаками гуляю. Так, ну что у нас тут? Ой-ой! Ой-ой! Какая красота! Все вот в мульче, в этой траве. Скоро мы здесь полив подключим. Вообще, ну мне очень... Такой запах стоит, а? Угу. Классный. Ну вот здесь ей надо немножко доделать. Вот, дособрать, и все, и готово, теплица. Свет, ты тут? Да. Тебе надо аккумуляторный триммер готовить-то? Слушай, я боюсь, что я сегодня только успею здесь вот все прополоть, почистить. Смотри, как все заросло. А завтра я уже выкашу и хочу так же, как в той теплице, разложить. Но завтра уже, давай в сутки. Тебя что-то даже не видно в этой теплице. Она вообще вся матовая какая-то стала. Но в отличие от этой вот теплицы с пленкой, которая... Ну да, есть такое дело. Это третий год, кстати, только теплички. Она уже такая вот. Да, с жучками. Ну ладно, тут как-то лук растет. Лук, что это у нас еще? Помидорки? Ну вот здесь рассада. Нет, а здесь огурцы. Здесь рассаду я высадила, цветочков сейчас буду убирать. Вот перец, баклажан нужно посадить. Я, наверное, вот посажу все, когда... Уже завтра, потом надо будет уже выкосить участок и замульчить. У нас один или два аккумулятора? Один. Один, да, надо будет его зарядить. Ну, мне кажется, что на следующий год надо подумать о пленке тоже на эту теплицу, потому что поликарбонат уже такой. Да ладно, пока послужит, когда уж треснет, тогда поменяем. Когда снегом забросает его, да? Да. Когда сложится, ладно. Будем ждать апокалипсиса этой теплицы. Ну, а это нас радует, конечно. Это покрытие пленка «Светлица» от компании «Шар». В том году я построил эту теплицу к весне.
Эту зиму она пережила без каких-либо повреждений. Зима в Татарстане была очень суровая. Столько снега за короткий промежуток давно не выпадало. Теплицу мы чистили от снега всего лишь два раза. Эта пленка в мороз выдержала большие нагрузки. Честно говоря, уже не верилось, что она выдержит такие сугробы. Урожай в этой теплице из помидор очень порадовал. Все сорта давали превосходный урожай. И ели мы свои помидоры до Нового года. Из-за того, что она прозрачная, больше солнца, в отличие от поликарбоната. И сквозь нее видно каждый кустик. Хороший парниковый эффект. С пленки не капает конденсат, а равномерно стекает по ней изнутри. И здесь урожай созревает до 2 недель раньше, чем под поликарбонатом. Зимой ее снимать не надо. Очень прочная. По ссылке, которую я оставлю в описании, вы можете более подробно ознакомиться с пленкой светлица. А также у компании в каталоге имеется комплектующие для теплиц. Нетканный материал, пленка для мульчирования. Хороший выбор качественных материалов. Пойдем, нас там зовут. К нам 100 тысяч подписчиков приехало. Они нас ждут все. Пойдем. Навязать-то я навязал сетку, только вот не хватило мне одной секции. Всего лишь одной секции. Вот сюда вот. Ну ничего, сейчас там курятник есть. Позаимствуем оттуда. Ну и чуть-чуть вот здесь вот хотелось бы. Вот так вот полоску сюда. Балакарочка. Пойдем. Посмотрим, что там можно взять. Здесь... курятник, который уже не курятник, который надо разбирать. Вот обычная сетка 5×5. Вот такая потоньше, но ничего, хватит. Сойдет. Сейчас разберем тут как раз вот секция. Вот такая работа сегодня. В один световой день, в одного. Получилось сделать вот такую площадку, заармировать ее. Готово к укладке маяков. Ну и здесь что-нибудь надо думать. Ой, какое сегодня утро замечательное. Беру с собой Татьяну Федоровну, беру с собой лодку и едем на техническое освидетельствование. Наконец-то этот день настал. Сейчас перебираемся на пароме. Паром с прицепом стоит 550 рублей в одну сторону. 350, если просто машина без прицепа. 100 рублей с пассажира, если пешеход. Тут для нас расчищают место. Слишком широкие. Так, паром пришел. Все, мы сейчас загрузимся без проблем. Мы везде тут проходим без проблем. Сейчас надо будет крен брать, чтобы повернуть. Отходим от райцентра. Татьяна Федоровна, как ваше настроение с утра? Здравствуйте всем. Настроение отличное, погода просто класс. Путешествие? По Волге. По Волге. Наш катерок стоит. А вот паром подходит. Мы отходим, этот подходит. Красота сегодня, погода очень хорошая. Сейчас такой контент засняли с Татьяной Федоровной. Спасибо вам огромное. На второй YouTube-канал «Рыбаки на Волге». Кому интересно, переходите. Я голыми ногами залазил в воду сейчас. И первый раз я в лодке.
покатался. Правда, один. Татьяна Федоровна на берегу меня снимала. Было очень интересно, волнительно. Техосмотр мы, сразу скажу, прошли. Вот лодка. Сейчас я буду ее собирать, все чехлить. В общем, было очень интересно. Переходить, кому интересно, на рыбаки на Волге. Класс. Сейчас вот крепим все обратно. И ждем документы. Дальше домой. Можно лодку уже спускать на воду. Все. Что это мы тут делаем? Чем занимаемся? Готовимся? Вот я скажу, вот секрет. Завтра же у нас большой праздник. Двойной, тройной праздник. Что-то здесь замесили. Женечка, вот секрет, не скажу. Вот ты не вовремя. Что-то завтра все узнаешь. Любимое блюдо от тещи? Вот только видишь, что еще рисовая мука. Остальное? Остальное лес густой. Да. Завтра же у нас два дня рождения. Да и третий мы отпразднуем. Ну. Светлана же тоже у нас майская. Мы все майские. Все тельцы. Все тельцы. Вот. И я вам готова. Спокойные, как удавы. Да. Спокойно, как удавы. Это точно. Как мы сегодня с тобой технический осмотр проходили катера. Это целое путешествие было. Путешествие, да. Это такое спокойствие надо иметь. Мы спокойны, действительно, как удавы. Ты прав. Ты в этом прав. Женечка. Оу. Я привезла тебе 100 тысяч подписчиков. Через, наконец! Через всю Европу. В целости? В сохранности? А вот посмотри. Ух ты. Она, ну да, тяжелая такая посылка, но я старалась. Так, здесь мягкая поролоновая прокладочка. Помните ли вы своего первого подписчика? А сотого, тысячного и так далее. В общем, чего это благодарственное письмо получил от Ютуба. Что папа получил? Вау! Ну, наконец-то до нас добралась. Значит, что папа получил? Кнопка. Что папа получил? Серебряная кнопка от компании Google. Какую игрушку папа получил? Жизнь в Приволжской деревне. Ура! Ура! Татьяна Федоровна, спасибо вам огромное за то, что доставили кнопку. Сейчас в Россию ее невозможно привезти, если заказывать из России. Но через Европу вот получилось это сделать. Вам огромное спасибо. Надеюсь, ваш следующий приезд будет золотой кнопкой. Обязательно будет. И надеюсь, в скором времени. А для золотой что нужно? 1 000 000 подписчиков. Сейчас у нас почти 120 тысяч подписчиков. Надеюсь, мама приедет раньше. А еще есть бриллиантовая кнопка. 10 миллионов подписчиков. Она очень красивая. Я надеюсь, вы тоже приедете. Ну, если дальше так пойдет, я приеду точно. Давайте через 2 месяца с золотой кнопкой. Поставим цель, да? С золотой кнопкой к нам. Куда ее повесим? Ну, мы определим уже, когда повесим. Это наша мотивация. На самом деле, мы очень рады. Это наша заслуга со Светой. Мы почти 3 года снимаем для вас контент, друзья. И спасибо огромное за вашу поддержку. За... Вот без вас мы ну, просто бы ничего бы не добились. А вот тут вот кнопка такая от Ютуба. Классная. Представляешь кнопки? Да? Она зеркальная. Ага. Да. У нас с Настей день рождения. Ура! Мне очень много лет, Насте год. Так что с днем рождения нас. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну и ладушки.